9 наград завоевали борцы классического стиля на первенстве СКФО по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. Отборочные соревнования прошли в Махачкале. На счету хозяев ковра одна золотая медаль, 3 серебряные и 5 бронзовых. Единственную награду высшей пробы в копилку команды Дагестана принес Шарап Алиханов в весе до 97 килограммов.